есть блины, гулять и веселиться. К концу недели Масленица становится по-настоящему широкой. В Ленинском районе ее празднуют с особым весенним размахом. На рубеже зимы и весны грех не устроить себе радостный и веселый день. И саратовцы с удовольствием это делают. За считанные минуты парк «Территория детства» превращается в площадку для самых разных праздничных забав. Подходите сюда! Призы комитета получайте! Проведение таких мероприятий, конечно же, доставляет жителям, нам, прежде всего, радостные минуты. Мы хотя бы как-то можем отвлечься от наших повседневных проблем. Дети сплачиваются в один единый коллектив. Это замечательно, потому что есть место, где они могут нормально отдохнуть. Так ждут весну, что встречают ее танцами и частушками. И, конечно, пекут главное праздничное лакомство – блин, символ солнца, по которому все сильно соскучились. Все люди во всех городах едят блины с молоком, с медом, да совсем. Шумное веселье и аромат домашней выпечки. Проводы зимы продлятся до конца недели, уже по традиции вовлекая в праздничный хоровод всех жителей города. Жанна Гольцова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.